В Украине объявили штормовое предупреждение. Западные регионы накроют густой туман. На дорогах возможен гололед. В горных районах ожидают снегопады. Есть угроза схода лавин. А во Львовской области без света уже остались 30 населенных пунктов. В основном это горные села. Из-за сильных порывов ветра сработала автоматика и электричество отключилось. Ухудшится погода и в восточных областях. Там тоже ожидают шквальный ветер и дождь со снегом.